у меня 22-го, у него 22-го. И мы еще ждем малыша, тоже стоит на 22-го. Что главное? Даты или все-таки? Ну, все-таки это, наверное, чтобы у людей была любовь, взаимопонимание и доверие, самое главное. Почему именно эта дата? Не знаю, жена захотела. У нас получается, у меня день рождения 22-го, у нее 22-го, и она всю жизнь мечтала, что тоже. Чтобы в эту дату именно. Сейчас, вот буквально через несколько минут, у вас начнется церемония. Какие сейчас ощущения у вас? Не знаю, мандраж какой-нибудь. Поддерживать. Что, как вам кажется, самое важное при создании семьи и самое нужное? Ну, важное – это самая любовь. Ну, это, наверное, самое главное, самое хорошее чувство. С помощью любви все двигается и идет. Что для вас любовь? Вот моя любовь.